Всем привет, с вами Хайкер, сегодня поиграем в игру Port Royal 4. Начнем. Так, вот игра у нас и загрузилась. Посмотрим, что нам задали. Где у нас задание, журнал. Так, нам надо обеспечить процветание региона вокруг вашей родной Севелии. Так, число городов, которым я торговал, пока 0. Севелия. Это где, вот это вот? Угу. Нам надо ей обеспечить процветание. Че стоим? Ага, понял. Так, у нас тут... Ага. 160 мы платим в день. Ни одной пушки. Вот это самый плохой дом. Ой, корабль. Хотя, в принципе, тоже 500 грузоподъемность. Отлично. Пошлите сюда. Чё нам надо в Силии? Ага, у нас прекрасное производство вот этого. Так, они нуждаются в роме, пиве, овощи и выпечке. Ты что хорошо производишь? Сахар, конопля, уголь. Не подойдет. Ого. Ну. Давай ты сюда дуешь. Тут конопля растет. Пока не надо нам конопля. Овощи, пиво, ром. Где у нас ром бы взять? Что, да я допру? Ага, вот это только допру, понял. А-а. Ром не добывает. Так, мясо, это. Так, пока нам ничего такого не надо. Ну-ка. Так, уже только овощи надо. Печально. Когда проем уже и овощи не надо будет. Так, ладно. Так, давайте. Пиво мы купим. Все купим пиво. Это товары, которые им нужны. Нет, они нам тоже нужны. Так, это мы не купим, потому что у них этого нету. Давай, вечернее, возвращайся сюда. Пиво потом когда-нибудь пригодится, я думаю. Ну-ка, звезда смерти. Что производит? Так, ничего интересного, чтобы нам пригодилось, не производит. Печально. Мясо, камень этот. Фрукты, выпечка и так далее. Так, давай иди за выпечкой. Так, звезда смерти вот так же выделена. Так, за выпечкой. Так, овощи нужны и ром. Что у тебя тут? Ничего интересного, чтобы могло хоть как бы пригодиться. Тут. Фрукты только. Ну-ка, что там все вели? Ага. Ром, пиво уже не нужно. Печально, конечно, но всегда будет под рукой. Ни одного конопля востребованный товар. Тут тоже ром нужен, и этот по-прежнему овощи. Где мне взять овощи? Так. Че, неужели ни у кого овощей нет? Конопля, кстати. Знать будем теперь, где она производится. Ну что там? Я так тебе долго буду обеспечивать процветание, потому что это невозможно. Так, 1000 единиц товара из города, где они производятся, в другие города в настоящее время. Понятно. Ага. Все плохо. Угу. Ничего интересного. Тоже фигня. Овощи появились, кстати. Но дорогие.
О! Сюда нам надо. Какао. Так, какао, кстати, где-то недалеко. Вот оно. Как раз здесь. Покупаем какао. Ого. Но я думаю, нам шибко много какао тоже не надо. Давайте 53 купим и поет. Давай, звезда смерти, возвращаемся на базу. Отлично, какао еще нужно. Так. Так, и куда ее продавать? Ага. Да где? Продажа-то. Вот она. Какао по-прежнему нужно. Ну, где-то там. Так, не туда. О, мясо нужно. Отлично. Где у нас мясо производится? Где-то, кстати, тут-то. Ладно, где-то. Вот он. Так, нам нужно выпечку все купим. А, точнее, овощи. Мясо тут не производится. Прекрасно, возвращаемся на базу. Сюда. Так, где у нас мясо? Нет. Да. Давай, иди в Гавану, пока нам мясо нужно. Прекрасно. Пока ремонтировать ничего не будем. Так, мясо. Хопа. Ого. Купим 50. Священная корона недвусмысленно желает улучшения условий в городах вашей области. Лишь после мы постепенно посвятим себя решению других задач, с тем, чтобы добиться равного качества жизни и развития в более обширных пределах. Так, мясо все еще нужно? Отлично, еще нужно. Тогда мы продаем. По-моему, мы ушли в минус при продаже мяса. Бывает такое. Где наш кораблик? Что-то приехал, что ли? Не, а где он? Куда я сейчас? Ты тут-то должен был быть. И плывешь сейчас сюда. А, ты что здесь застрял? Я ж тебя отправил вроде бы, нет? Купи. Все, возвращаемся. Ты чё там сидел все это время? Давай возвращаемся. О, стой, пока нам пиво нужно. У нас кто-то тут продает его. Так, пиво все еще нужно. Так, вечернее. Иди туда, куда его производят. Отлично, хоп. Давай 5x, поплыли.
Так, так, так. Скупаем. Так. Отправляем сюда. Ага, уже не нужно. Ну давай, быстрей. Угу. О, как много. Давайте-ка сперва сделаем вот так вот. Так, что у нас здесь? Бананы, дерево. Нашему городу больше пока ничего не нужно. Прекрасно. Пока что хорошо. Тут все в полном порядке. Тогда ждем, когда будет все не в полном порядке. Нужды еще не появились. Все еще зашибись все. Товаров хорошо идет все, в принципе. Вот, тут у нас прекрасный уровень удовлетворенности идет. Мы скоро выполним задание с удовлетворенностью. Небольшие города все защищены хуже, чем крупные. Зависть наших европейских соперников, да поразит их проклятие, не позволяет нам пренебрегать развитием городов. Они должны расти и становиться сильнее, дабы выдерживать морские блокады. Тут у нас все зашибись. Надолго ли, интересно? Ну ладно, я на этом закончу. Всем спасибо за просмотр, с вами был Хайкерс, всем удачи и всем пока.